крошки не видел мир давно. Моана, 8 марта, 18.55 на СТС. Пекарь и красавица. С понедельника по четверг в 20.00 на СТС. Вкуснее ли улучшенный фруктовый сад других соков? Мариночка, солнышко, здесь нет этого. Я не знаю, ну какая тебе в конце концов разница, кто открыл ради? Я знаю, что Менделеев тесть Блока, и все. Да, давай потом. Заходи. Давай потом, отложим. Хорошо, хорошо, давай, моя хорошая. Ой, батюшки, кто открыл ради? Что? А не хотите ли купить чемоданчик? С вопросами для вашей викторины. Ха-ха-ха! Как смешно! Замечательная шутка. Вы так шутите уже четвертый год. Вам самому не стыдно, а? Неправда. Иногда я шучу, что забыл ключик от наручника и не могу его отстегнуть. А потом достаете его из этого кармана и отстегиваете, а? Тупо, глупо, не смешно. Еще и отрываете меня от дел. Да все! Здесь он надежнее, чем в швейцарском банке. Оттягать. Распишитесь. Я не проверяю. Чемоданчик с секретом сдал. Чемоданчик с секретом принял. А не хотите подглядеть? Джекпот, так сказать, сорвал. Так, слушайте, вам самому-то не надоело, а? Четвертый год уже, одна и та же, катавасия у нас. То купите чемоданчик, то забыл ключик, то можно подглядеть и выиграть. Я же вот не проверяю, где вы шлялись с этим чемоданчиком. Может быть, там нет ничего, я вам верю. Вы бы сами взяли бы, вот там, где шляетесь, потихоньку подглядели бы и выиграли бы. Еще и мне бы помогли. Кстати, идея. Да вы что? Я, между прочим... Профессиональный охранник. Я, к вашему сведению, тоже спортом занимался, пока у меня ногти не слезли. А теперь я профессиональный лотерейщик. И из-за каких-то копеек я не хочу терять место. Вы понимаете, о каком месте я говорю, да? Да, понимаю. Конечно. Какой-то жалкий миллион долларов. Что? Сколько? Сколько? Да.
Bye.